активам Харцизского отделения общественного движения «Донецкая республика» подведены итоги первого года работы. 22 января в конференц-зале городского дворца культуры прошло отчетное рабочее собрание Харцизской организации. Харцизское отделение общественного движения «Донецкая республика» было создано 17 января 2015 года. За минувшие 12 месяцев ряды Харцизской организации стремительно росли. С июля 2015 года количественный состав членов Харцизского отделения возрос в 3 раза. На сегодняшний момент в Харцизском отделении насчитывается 147 первичных ячеек, в которых состоят более 3000 членов общественного движения. За этот год были, конечно, в нашем отделении, возможно, какие-то упущения, возможно, недоработки, но хочу сказать честно, что благодаря взаимоотношению с центральным исполкомом наладили мы работу с администрацией города, с администрациями поселков Зуевки, Троицка, Харцизка. Мы над всеми нашими недочетами работаем. И на будущее, я хочу сказать, что в будущем году перед нами стоит задача, я перед собой ставлю задачу, более тесно общаться с секретарями первичных ячеек. Для чего? Для того, чтобы мы действительно стали сильной командой. Руководство общественного движения «Донецкая республика» отмечает инициативность, неравнодушие, активность как в целом Харцизского отделения, так и отдельных его первичных ячеек. Харцизское городское отделение было одним из первых, которое провело свою учредительную конференцию. За год зарекомендовало себя как одно из самых стабильных и надежных местных отделений. Год – это очень маленький срок, но за этот маленький срок нам с вами выпало много испытаний, через которые мы все прошли. Эти испытания позволили нам приобрести бесценный опыт, за счет которого мы будем дальше развиваться и жить. Ровно год назад, сразу же после создания местного отделения, в городском ДК была организована работа общественной приемной. Это направление возглавила Виктория Левченко. За 2015 год в общественную приемную обратилось 1075 человек. Из них по вопросам материальной помощи, получения социальных выплат 426 человек, получения гуманитарной помощи 190 человек, трудоустройство 22 человека, здравоохранение 3 человека, образование 1 человек, жилищно-коммунальные вопросы 21, восстановление разрушенного жилья 13 человек. С июля прошлого года в Харцизской общественной приемной можно было задать свой вопрос и первым лицам республики. Представители министерств и ведомств каждую неделю проводят прием граждан в местных отделениях. Первый год работы общественного движения «Донецкая республика» был насыщен событиями, наполнен идеями и планами, отметила в своем выступлении руководитель исполкома Харцизского отделения Александра Генерозова. Первые 365 человек, которые и создали наше отделение, помните нашу первую конференцию? Это те люди, которые организовывали митинги протеста против украинской власти, ездили на антимайданы в Киев, стояли у ОДА в Донецке или возили еду ополченцам. В настоящее время Харцизское отделение общественного движения «Донецкая республика» работает в нескольких направлениях. Количество проведенных мероприятий даже подсчитать невозможно. Это примерно где-то 500-700 мероприятий за прошедший год. Активисты, волонтеры, доноры. Лучшие из лучших Харцизского отделения были отмечены благодарностями руководства общественного движения «Донецкая республика».